challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем Skyland. Прошлый забег закончился неудачно в конце. Так, ну уже можно загружаться. Мастер уклонений, блин. Мастер уклонений уклонился от одного выстрела. Похоже. Как минимум. Поэтому, когда я промахнулся еще раз, то все. Вот так. Надо, конечно, еще посмотреть, стоит ли стрелять вообще в голову. Может быть, и в тело можно. И тоже 5 раз хватит. Так, ну теперь у нас хоть есть место для маневра. Чего ты? Пожрать опять хочешь? Санити вроде еще не теряется. А че? Полные? О, ничего себе. Ну тогда давайте протестим. 2, 3, 4, 5, 6. Да, надо стрелять в голову. Вот он бегать не умеет, когда... когда перезаряжаешься. Еще то, хреново, что он перезаряжает все патроны. Мне все патроны не надо, мне нужно было один, допустим, сейчас. Да ладно. Больше такого, думаю, надеюсь, не повторится. Но мне срочно нужно второе оружие, чтобы я имел возможность переключиться быстро и добить кого надо. Блин, да сколько вас тут? Ну тут похоже вас, если мне и патроны здесь давали, то вас явно нужно всех перестреливать. Тебе уже 6, что ли? Или всем 6? Я ж помню, 5 было. Или у вас иногда не срабатывает время этот, анимации боли, что вас ударили. О, еще один. Эй, светлоглазик. Компы в синем экране. Пусто. Это не патроны, что ли? Перчатки. Не-е-е. Знаете, всегда так вот убьешь человек 5 револьвера, и так жрать охота сразу. Вот просто невозможно. Как жить, не знаю. Так, содиум гидроксид какой-то. Гидроксид соды? Ну, вряд ли. Так, имидж. Деление клетки какое-то. Или что-то в этом роде. Репорты. В общем, если хотите, читайте. Я, может, потом этим... тоже между записью почитаю, пока что-то неохота. Как бы основной смысл мы поняли, здесь проводили эксперименты генетические всякие.
и получился косяк какой-то. Тут вообще какие-то колебания, какие-то умы, жуткие формулы. Так, тут ничего нет. Ну, вроде все здесь обыскали. Я, во всяком случае, больше ничего не вижу. Вроде ничего не блестит. Только про компьютер. Мужик! Мужик! Сюда иди. Нот 5. Красная дверь. Да ладно, я думал, он скажет, что закрыто. Мне не нравится такой вид картин или рисования. Виски! Отлично. Патроны для автомата. Исторические книги. Так, теперь, блин, еще вот эти всякие штуки надо каждый раз обшаривать, а то вдруг еще где-нибудь. Лайтер это. То ли дудочка, то ли этот. Сигара. Так, компьютер активный. Так, это у меня? Да. Это, судя по всему, вертолет летит. Тут, знаете, такой гул странный. Я думал, это где-то в игре тут сейчас началось. Так. Ну, конечно. Даже пробовать не буду. Тоже пусто. Да ты заколебал. Так, а тут у нас лайтер, да? Для чего непонятно пока. Так, о. Тут только фотография. Высадка в Нормандии, что ли? Так, ну здесь мы зажигалку, да, нашли, так что, в принципе, не зря туда пошли. Так, тут я вижу молоточек. Для чего тебе был молоточек? Ты кого-то застукать хотел? Так, отсюда мы пришли, да. Давайте куда-то и бежим. Закроем дверь, чтобы нас не беспокоили лишний раз. Опять все открывать. Нет, я думал, можно взять подозрительную желтую жидкость. Пусто. Батарейка. Это странно. О! О, это тоже подобрал. Здрасте. Я думал, это так для вида тоже что-то стоит. Клянка какая-то. Биосейфти. Нет, я думал, с ним нам придется как раз работать. Несколько снимков с электронного микроскопа. Ну, как говорится, июля. Так, и тут.
Тут, черт побери, это такое. Да все что угодно это может быть. Что-то биологическое. Так, ну здесь мы взяли пробирку. В принципе, это уже возможно. Этого хватит. Сколько у нас там патронов? 26, охрененно. Нет. Половины уже нету. При условии, что еще и подбирал. Так, вон там еще одна лаборатория. И здесь опять лежит. Чел, у вас как-то так... Вы специально так лежите, да, вот? Только тот с молотком, а этот так лежит. Благодарю. Чё? Не хочешь сказать? Или мне просто нужен ключ? Или всё-таки что-то окромя? Так. Это у нас в аптечку, наверное, пошло уже, да? Так, ну все. Нет, тут мужик по-другому лежит, ладно. Но на том же месте примерно. Конечно, ящик, этот шкаф туда не сильно подходит по визуалу. Так, пусто-пусто, еще кровяки. Конечно же, нашей группы. И мы, конечно же, знаем, как это делать. Нам не страшно. Что-то два компа тут можно осмотреть. Пусто. Ну, такое ощущение, что и столы скопипащены просто оттуда. О, здрасте, тут была дверь, что ли, или это? А, нет, здесь мы не были, но... Есть проход сюда, дверь, которую я не заметил. То есть тут сквозная была. Сквозной проход. Ну ладно, ну-ка. 70-й репорт. Так, ну и клеточки какие-то. Вот это немножко надоедает, если честно, вот эти ящики осматривать пустые. В надежде найти что-то, что понадобится. Так. О! Какой-то типа сейф, какой-то типа проход. Но я так понимаю, сюда мы пихаем. Я должен следовать инструкции. А инструкции я еще не нашел. О, таблеточки. О, новая кислота. Блин, все-таки туда надо кислоту, да? Ладно. Коррозивный, да-да-да-да-да. Гидрофлюорик эсид, содиум, гидроксид и хлорос. Сульфурик эсид. 125 того, 125. Ну и потом хлора добавить столько же, нагреть. А потом еще
гидроксиды, да? Так. Содиум в конце, да? Эх, хлорофлюидрик. А, вот, да. Сода и хлор в начале. Ну, давай. Сода. А я что, хлор не нашел, что ли, что? Что-то мне казалось, что нашел. Уиски нам пока не нужно. Нет, не нашел, видимо. Наверное, в той лаборатории надо найти. Фуд. Отлично. Да, тут, конечно, с этим вирусом непонятно. Вот в таком бы лучше этот ходить, конечно, в защитном костюме. Но этим-то чувакам он тоже не особо помог. И уж так разобрал. Сторидж. Тесты какие-то. 72-й репорт. Про H-молекулу. О, а можно выделять, круто. Хотя, по-моему, только тут. Если я нажму Ctrl-C, вряд ли он в Windows скопируется. О, круто. Ничего. Кто-то форматнул просто к хренам, да и все. Так, и что ты скажешь? Нужен кий. Удивительно. Я думал, туда тоже кислоты решишь налить. Что ж ты так пугаешь-то? Там что-то как-то совсем не весело, не хочется мне туда идти. Так. Где-то я не нашел этот хлориум, что-то там. И для чего-то мне еще молоток. Гвоздей я тут никаких не видел. Ты уже голодный, что ли? Охренел. Я тебя недавно кормил. Но я не хочу стрелять, проверять. В реале это сработало, наверное. Но тут, скорее всего, просто потрачу зря патроны. Давайте я поищу один, чтобы не затягивать. Тут, кстати, еще пароль нужен. Может, на фотографии, кстати, что-то? А, не вижу. Либо на картинках. Сейчас гляну. Так. Пипец, ребята, просто. Объясняю. Как получить этот пароль? Посмотреть на ютубе. В общем, вот это вот, это я угадал. Это высадка в Нормандии, даже на Википедии вот это вот прям картинка есть. 6, как его зовут, июня 44-го я пытался, 1944 не работало, 0606 не работало. Нужно было 66-44. Охрененно. Вот я не знаю, ребят, просто вот разработчики просто кадры. Бланк пейпер, отлично, бери. А, хэндган это этот все-таки пистолет, в смысле? Че его пулеметом туда зову? Ну, отлично. Я как бы, до сути я догадался, но сложить вот так вот цифры, это, блин, ну это пипец, не знаю.
Так, здесь мы должны содиум найти какой-то, да? По идее. Да. Хлор мы должны найти, содиум мы уже нашли. Лабораторный эквипмент. Мне хавочки бы немножечко еще. Так, хлорик. Зажигалку, да? Подожжешь или будешь держать как дурак? Поджог ты, смотри. Че, на химию что ли ходил или что? Готово. Ну, не знаю, некоторые головоломки тут очень странные. Шесть, шесть, 44, как защита пароля, это неплохо, чтобы себе подсказку оставить вдруг, и чтоб мало кто догадался, но... Ну и... ёхни его молотком, по-видимому. Ну вот все и пригодилось. Можно я отойду, а то... Мне больше похоже было не на то, что там какой-то аудиосигнал, а то, что сейчас что-то взорвется хренам. Обезболивалка. О, о. Мне бы тарабачёву еще бы, знаете. Мессенджер ГЗ. Hello, boy. Не удивляйся, типа, прочитав автосообщение. Сейчас ты, типа, зашел в зону лаборатории. Я могу тебя, короче, видеть на камерах движения. Меня зовут Джеймс Барнетт. Я телекоммуникационный менеджер на военной базе. И, возможно, единственный выживший. В этих ужасных несколько дней. Jumping from the wall. Я повредился, видимо, когда прыгал со стены. Где-то у нового комплекса «Новый горизонт». Я предлагаю тебе, советую тебе присоединиться ко мне, чтобы, типа, выбраться отсюда вместе. Мне нужна твоя помощь, потому что я не могу ходить. А я нужен тебе, чтобы сказать, куда идти. Иди в... Да? Я расскажу все, что я знаю. Если ты, типа, отведешь меня... если ты посетишь меня в медицинской лаборатории. Джинни. Чувак, я бы это удалил сообщение, потому что если мы выберемся, однажды сюда придут военные провести зачистку от этого всего и увидят это самое твое сообщение. Если, конечно, ты потом в конце не захочешь пришить меня. Началось. Главное, от того, что он немножко голодный, его сильнее штыри, чем вот от психических каких-то штук. Так, сохранка прям тут. Интересно. Так, еще одна записочка. Вот еще бы какой-нибудь склад еды найти, там можно было бы, допустим, и виски хлебануть.
Ага. Закроем. Записал в своем журнале. Хорошо. Тут закрыто. Значит, остается идти только туда. Ой, санити прям у тебя отсанилось вообще. Ну я сохранился, если что. Поэтому, если не поправится немножко, может быть, действительно найдем и применим виски, сразу вылечимся. Если еды побольше найдем. Так, ну понятно, ключ оттуда-то, откуда-то. Нет? Отсюда? И я опять просто как-то не так навожу, и поэтому оно не срабатывает. Ну конечно, ёб твою мать. Почему нельзя было сделать это на двери? Объясните мне. Чтоб потом не гадать. Тем более, если это еще и на мобилке, если это действительно есть на мобилке, то это очень сомнительная херня. Чтобы еще и прям. Стой! Ты смотри, я не ожидал, что ты откроется, я поэтому и пошел. Так, что у меня по хпшке? У меня полная хпшка. Удивительно. Так, все закрыто. Ладно. Стоп, чё? Я ничего не понял. Убить-то я его ж не могу. Так. Ну, я так понял, там надо было просто сразу нажать, и, возможно, спереди что-то откроется. Да ладно. Да как ты мог меня ударить? Объясни мне. Я вижу пустоту. Ладно, бежать оказалось не очень далеко. Так, мы приехали в каком-то прям новом лифте. Хотим жрать, хотим фонарик. Применить, может, санити. Чуть-чуть хотя бы поднять. Не такие были противные розовые полосочки. Ой, тут молнии шарахают. Море! У нас же есть море. А есть ли у нас патрули? Конечно, есть. Там что-то мигает. Возможно, что-то вкусненькое. Ну, патроны для пистолета. Тихо, что за глюки? Уже второй раз такое. Батарейки. Еще револьверка. Шикарно. А, кстати. Нет, перезаряжать не надо, то интересно. Да ладно, ничего не положили. Что скажи, что тут
динамическое создание, это динамический выбор вещей, что выдавать игроку, в зависимости от того, есть у него это или нет. Так, Чупашила туда пошел. Сколько тут аптечек, блин? Он бесконечный, что ли? Так. Так, вот, дружище пошел назад. И там другой дружище. А вон там кто-то мигает. Я бы туда бы еще, конечно, бы сходил. Что у нас тут по контейнерам? Ой, 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 не зря зашел. Это револьвер? Да, похоже на то. Иначе кого-нибудь можно кокнуть. Чтобы слишком не ждать, допустим. Ешь вода, пей вода. Трать не будешь никогда. Вот еще. Что за такие призы странные? Инопенет. Инопенет. Ладно, кинопанет такой, кинопанет. Ой. Дружище, извини, чуть не врезался в тебя. Было бы неприятно. Ни мне, ни тебе. Как далеко, блин, ты идешь? Парниша, а? Тут ничего, блин, нет. Обидно. Так. Ну, вот хорошо, что я не попробовал это во время бегства. Это бы было бы очень неприятно получить по хребтинке-то. Но там еще что-то. Сейчас-то, если что, я его защищаться-то могу. Так, ты все еще уходишь? То есть что-то тут все-таки можно сделать, серьезно? Так, вот теперь, пока он идет назад, мы здесь и прошарим, что есть. Нужно найти другой путь. Ну ясно, как всегда. Так, давай смотреть, что. Кассета. Хорошо, отлично. Шип какой-то. Еще патроны. Батарейкам. Ну, неплохо тут, неплохо. В принципе, полутались. Твою мать, увидел таки. Давайте попробуем убежать. Может, ему надоест за нами бегать. Уже надоело. Все, я в другом штате, да? Это самое... Твоя юрисдикция, все? Буду еще патроны на эти тратить зазря. Ха. И что захотел?
Вот этот может меня и запалить тоже. Но тут все равно. Can open it. Значит, он, скорее всего, сейчас пойдет назад. Я сказал, пойдет назад. Эй. Сейчас, как всегда, не вовремя обернется. Нет, странно. Так. Туда мы пришли, вон там мы хотели еще посмотреть. Ты далеко ходишь, я не помню. Ну, мы просто по верху пойдем, Дэйв. И не будем мучиться. И обзор побольше как раз будет. Умудрился, объясни мне. И почему тебе не хватило патронов? Да, пистолет прям перезаряжается быстро. Вот здесь мы, пожалуй, и закончим эту серию. Очень вовремя. Я пойду еще аптечку там сейчас возьму. Так что лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока. Они же не